Всем привет, с вами Виктор. Мы продолжаем прохождение игры Чужие Хищники 2. Как вы помните, в прошлой серии мы с вами бродили по этой лаборатории, а в этой серии мы выбрались с вами из этой лаборатории. Давайте продолжим. Я еще не искал выход, но давайте вместе с вами и поищем этот выход как раз таки. Почему-то у нас не пускают. Тут у нас еще открыто. Давайте даже туда сходим, опять же посмотрим. Тут у нас как раз таки закрыто, как вы видите. А тут у нас тоже закрыто. Тоже закрыто. Значит, нам нужно что-то делать именно вот в этих, вот в этом корпусе. Так, а что мы можем здесь сделать? Пооткрывать, закрывать ящики? Вряд ли. Посмотреть на вид, наверное. Ой, чуть не упал. Так, ну это чё? Чё вот это? А, ну это окно открывает. Ну и чё? А я не вижу ничего интересного. Может, этого застрелить? Может, у него что-то есть? Хотя я не уверен, что у него вообще что-то было. Так, что вообще мы можем здесь сделать? Это, наверное, бронестекло. Да, это бронестекло. Здесь у нас мониторы. Так. Что нам делать? Опа! Смывайся быстрее. Опа! Хорошо, а куда? А я... Мужик, я убьюсь! А, нет. Опять! Давайте попробуем. Значит, закрыто. Ладно. Оп. Привет, ребят. Я пошел. Закрыто. Ну, значит, там сюда. Ок. Вот я нашел даже еще. А, у нас ружье есть. Да я просто забыл про него. Стреляю так с пистолета. Локер. Фиг. Не дают нам пройти дальше. Ага, только в одну дверь. Волыну свою отдай. А, дверь. Дверь открыта. Дверь закрыта. Правильно, только одна дверь должна быть так. Воу, воу, братан. Братюня. Стреляй. Head back across the skyway. Воу. Чё?
Я куда-то выбрался. The wind's pretty strong out there. Здорово, чуваки! Да это бронестекло! Вы не сможете. Это бронестекло. А... Сохраняемся. Наверное, мне сюда. Давай. Будем думать, что мне сюда. Try not to look down. Чего? Старайся не смотреть вниз. Оу. Ну ладно, я не буду смотреть, я в игре. А в игре не страшно. Опа! Так, мой труп даже не долетел до земли. Ага. Ясно. А может, мне надо было в другую сторону? Нет, я на корточках поползу. Нафиг его надо. Ну тут офигенно, если что, высота. Так, что такое? Конец пути. Эти так и стоят там. Мы не будем отвлекаться, нафиг его надо. Отвлекаться на них. Здорово, здорово. Опа. Так, прям. Тук-тук. Опа. Отлично. Старайся не смотреть вниз. Ага, все, я понял тебя. Я еще с первого раза понял, что ты так и говоришь. А нам можно было его туда пройти. Ребятки, нам туда можно было пойти. А чё я туда не пошел? Хопа! Нам туда. А ну-ка. А ну-ка, стоп. Да ладно стрелять! Сдохни уже, сдохни. Вот так. Что если я пройду вот так? А вообще в какую мне сторону? А может быть, а ну правильно, вот 2-1, может так мне идти. Давайте вот здесь сохранимся. Хопа, отлично. Тут нету выхода. Хода вниз. Ладно. А что мы будем делать, когда мы дойдем до туда? А тут у нас нету такой перекладины. Тут у нас нету. И что, получается, нам обратно надо? Давайте загрузимся на тот момент. Да, нам получается. А больше у меня вариантов нету. Куда нам идти? Опа! О! Где-то там находится гнездо, мы эвакуируемся на запасном лифте, мы можем попасть, а чё, куда? Я не успел! Где братюни? Ребятки! Локер! Локер! Готов?
свидания. Где? О, ящик. А он не открывается. Это открыть дверь. Лифт. Отлично. Локер. Еще один локер. А ну нам все-таки, наверное, в лифт. А, подожди, а как я в лифт? Вот. Вот. Все. Куда спускаемся? Вниз, вверх. Я не хочу вверх, я уже был вверху. Давай вниз. Так. Будем, если что, готовы. Брони вообще у нас нету, броньки. Нравится мне все это. Something's on the roof. Holy shit. Dropship one, pull up immediately. Dropship one, report over. Ответьте. Нет, у меня реально эффект дежавю, как будто я вот это уже играл. А я не помню, играл я это или нет. Да вот серьезно, даже не помню, куда я ходил. Но у меня такой эффект дежавю, как будто я здесь уже был. Ох, нифига себе, ребята. У вас там. А вот это что? Пульт управления? Ничего. Это вообще свои, не свои. А что у нас вообще в арсенале? Нож, пистолет, нож, дробовик. И все. Давайте спустимся. Там есть где спрятаться, чтобы атаковать. Воу! Издеваетесь, что ли? Отстань от меня! Отстань, говорю! О! Долгий объезд. Харрисон, притормози, у меня есть план. Кто ты такой? О, черт. Ты девушка? Долбанные программы. Что ж, привет. Вот только не начинай. Что происходит, Уилли? Именно что и должно. Где находится моя команда? По-моему, здесь... Просто мне в туннеле должен предупредить. Туннель запечатан. All right. Хорошо, get тогда me back to the POC. Верный путь, белая команда там. I bet 8 heavily armed marines and a dropship can find a way inside.
Это я, что ли, сел? Пок. Окей. Ладно, почему здесь выглядит так забавно? Seems like a funny place for an assemblyman's daughter to take a summer internship. My brother. Мой брат, он умер здесь. Мне нужна необязательная смерть. Только без заключения о смерти лично. I'm sorry. Извини. My brother was a very Мой брат был очень методичным человеком. Он не делал ошибок. Все ошибаются. Maybe so. Может, но его убили. У меня есть доказательства. Is that what I'm carrying? Это точно? Among other things, не только исследования, Kenji's research centered on genetic modification, human genetics. They used convicts mainly, pretty sick stuff. It's this place. It brings out the worst in you. I should have stopped him from ever coming here. Sometimes you just can't hold on tight enough. За всем не уследишь, правда? You okay? Вы в порядке? Huh? Да. Oh, just remembering something. Да, я все помню. Да. Куда мы опять? Опять в улей. Блин. Опять в это дерьмовое улье. Да вы шутите? Вот дерьмо. Дерьмо. Опять мне в этом улик. И что, здесь белая команда? Воу! 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 Свалили. Что это? Что за нападение? Не понял. Мне что, сюда? Скорее всего. А тут есть еще. Был. Ну, значит, мне туда, вниз. У меня больше нет вариантов. Отстаньте от меня. Дайте мне спокойно спуститься. Ты будешь спускаться, алё. Всё. Мы спустились. Они отсюда, что ли, прибыли? Скорее всего. Опам. Опять всякое говно. Сородичей убиваю. Йо. О. Нет, я ее будет. Че это? Смарт. Ага. Хрен. Так меня туда и впустили. Сигнал стал прерывистым. Я тебя, я теряю вас. Слышь!
ты сзади-то не подкрадывайся. Блин, здесь такая темень. Что будет, если я сюда спрыгну? А, это просто жир. Я думал, это их кровь. Слишком темно. Как бы серьезно. Вот этот писюлек. Посмел на мою жизнь покушаться. У меня есть другой план. Вернемся сюда позже. Это была западня. Это была западня. Ладно, в принципе, тут ничего нету. Придется возвращаться обратно. Тут что? Локер. Фиг с тобой. Локер. Так, ну, значит, направо. Так.
Нет. А где у нас жопа? Это что за лестница? Нет, не пустое помещение, я думал. Помещение потраченное впустую. Закрыто. Отбиваться надо, и пока на дверь сломают. И чё? Где он? Бронь, походу, на себя все берет. Это бессмысленное помещение, по-моему, да? Ой, со мной ходить, блин, а? Обосрался. Что это за помещение? Давай достанем. Контакты. Для прямых контактов с врагом. Чё? Thank you.
же... Убили. Чай. Отлично. Воу. О. Встретиться с белой командой в посадочном доке. А, все, значит, мне отсюда ходить можно. Вали от меня. Вот это хорошая пушка с автонаведением вообще. Вообще, жесть, а не пушка. Получи и распишись. Давай спускайся. Так. В эту дверь. Какую дверь? Какую дверь? Что это за подня? У меня фонарик съел. Встань, говорю. Где, откуда выход мне? Куда мне идти? Ничего не дало. Тоже ничего не дало. Я не пойму, куда? Здрасте, приехали. А чё это я его не заметил, этот вход? Чего? Ну я видел, как бы, что ты пробежал, хищник. Чужой, точнее. А вот куда ты побежал, я не видел. Я хочу помещение-то открыть, простора.
Харрисон, там есть холл. За второй дверью выведет тебя на станцию охраны. Доберись туда и включи сторожевые башни. А, хорошо. Тут закрыто, лок. Так. Оп. Лок. О, здесь купаться можно. Так, а ну-ка давайте сохранимся. Что-то мы оборзели. Точнее, я оборзел. Не сохраняюсь. Похоже, тебе удалось справиться с замком безопасности. Теперь ты можешь пройти на уровень 2. Так, я уже... Не понял. Что за подстава? Как-то же туда можно пройти на уровень? Давай, 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 давай. О! Отлично. Лок. О! Ну, это надо ожидать, что ли? Справимся. Тут нифига нету. Все. Теперь замок. Куда мне теперь? Там ничего нет. Так и написано. Опа, что там такое? Либо они выше, либо они ниже. Давайте посмотрим вот этот вот. Открыта дверь, нет? Ага, фигли. Открылась она так мне. Значит, нам надо искать обход. Еще и крыша провалилась. Где-то, значит, мы что-то не сделали. А вот где? Давайте поднимемся на первый этаж. На первый уровень, точнее. Это второй уровень. Там туда мы заходили. Там нету ничего. Давай на первом уровне. На первом уровне у нас лифт был вроде бы закрыт.
Ну, еще зов. Еще зов. Блин. А, ну все, уже недоступно, капец. А, ну у меня 8 патронов. Нормально. Открой мне дверь. Я прям здесь спрыгну. Ага. Опа! Ага. Закрыто. Тоже, короче, недоступно. Чё? А чё вообще надо? Может, это вот для этого? А, допрыгну, не допрыгну. Опа! Наверное. Опа! Оп. Оп. Ага, наверное, для этого. Как раз таки. Так, ну все, мне тут больше некуда. А, есть куда. Лок. Патрон, дробь. Священный и смарт-пул. И чё? Будет? Будут указания. Указания будут? Вот я, пока вот я свободен, я почитаю. Она мне выход открывает. Все, мне задание. Ясно. По-любому не даст. Слышь, ты! Ты раньше не мог выйти. Отлично, сохраняемся. Теперь, наверное, сохранится. И? А, ну все правильно, вот так я иду. Все правильно. Воу-воу-воу-воу-воу! Отвалите от меня. Еще один где-то. Я думаю, что смогу выбрать эту дверь. Тут рядом. Что тут рядом? Я... А, спасибо. Взломал дверь. Спасибо. Закрой.
Закрой, говорю. Ага, ну ладно. Теперь понятно. Так. КПК. Дорогой Рик. Мой друг, почему ваше имя находится в аудиторском списке? Я хотел сказать ей, Рик, хорошо, кредиторы все еще звонят, так что не пытайтесь смыться. Надеюсь, скоро вас прижмут по-настоящему. Кредитор. Security stations. Что это? А, ну подожди, может это сначала вот это типа надо нажать? Пулеметы. Я понял. Да чтоб тебя, почему? Не могу нажать. Там эти пулеметы. Как я пройду? Все. Забрали, пойдем дальше. Нет, не мне. Пистолет. Там выход главный открылся. Так. Так, надеюсь, на нас не нападут. В смысле? В каком смысле? Почему? Шутите, что ли, блин? Харрисон? Опять зов еще все. А, ну эти гады отсюда прорвались. Ладно. Ладно, ладно, я готов. Надеюсь, моей супер-броньки хватит, чтобы пробиться. А они меня не трогают. Ясно. Закрыто. Так, меня и пустились. Сюда тоже меня не пускают. Сюда меня не пускают. Чё за фигня? Меня в этом помещении куда-то пустят? Опа. А зачем я сломал? Давай попробуем взломаем. Все? Лок я не могу. Что это? Там я видел что-то огромное было. Походу это что-то огромное. Не может сюда прорваться. Ладно. Не будем ждать финала. Harrison. Да. Я не могу открыть дверь. Должно быть еще один... Чего? Чего? Подожди. Команда первая рапортует передачу чего? I have a signal, sir. Я поймал сигнал, сэр, очень сильный и очень близко. All right, let's move. Отлично, пойдем. Блин, почему тут так темно?
Что, неужели свет не могли сделать? Оп. Что это? Какой-то лифт. Тоже сойдет. Ой. Ой. Чё мне на бок прыгаешь, э? Что сейчас было? Кто-нибудь мне скажет, что сейчас было? Каким макаром я завис? Каким макаром я завис в воздухе? Отлично, спасибо. А, я понял, вот это... Чё, опять Half-Life? Так. Или нет? Или да? Подожди, или да? Или да? Да. Half-Life опять, Half-Life. Прыжок. Прыжок. Прыжок, прыжок. Опа. Шефер, это безмозглый исполнитель, не знаю, зачем я пошел с ним сюда. Конечно, никто не заметил одного с... Стороннее перемещение. У меня больше шансов встретить принца очарования внутри улья, чем подписать эти бумаги. А, ну можно взломать вот это. По крайней мере, вот этот можно взломать. Бронь. Отлично. Вот этот можно взломать? Как-то. Нет, он не поддается. Не поддается, так не поддается. Вали от меня, блин, а. Вот тоже пристал. Так. Хотя бы взять было миниган с автонаведением. А, не стоит. Чего? Ведь я опять не успел прочитать ее сообщение. Взлом. Где у нас планета?
валим, 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 валим. Кто бы это ни был. Я не могу открыть дверь, должно быть еще один выход. Быстрее. Все, я его нашел как бы. Team 1 reporting. The transmitter is positioned. I have a signal, sir. Я поймал сигнал, сэр. Очень сильно и очень близко. All right, let's move. Отлично, пойдем. Что ж, ребятки, давайте на этом завершим нашу серию. В следующей серии мы будем встретимся с командой, с белой командой. И как раз-таки продолжим прохождение. С вами был Виктор. Всем до встречи, всем пока.